Всем привет, ребята! Nissan Renault Logan. Видите, Renault. Значит, что у него приключилось? А у него немножко стал уходить тосол. Что значит немножко? Это значит, в месяц примерно стакан тосола подливает человек. Ну, говорит, что где-то вроде как подтекает. Ну, в чем я, конечно, сомневаюсь. Почему? Потому что простоял он у меня 2 дня. Я специально смотрел под доном, нету ни единой капли. То есть ничего он не подтекает. Скорее всего, между цилиндрами пробило прокладку. Вот надо замерить компрессию, прежде чем разбирать его. Снимаем провода. Перед тем, как проверять компрессию, надо не просто снять провода, надо отключить управление катушкой, чтобы, не дай бог, эта катушка не сгорела. Вот я снял разъем. И теперь откручиваем свечи, и можно проверить компрессию. О, а свечка-то не закручена ничего. Вообще свечка не закручена. Хозяин, когда приехал, сказал, что они мерили компрессию в одном цилиндре. Не знаю, наверное, в этом. Поэтому вот это закручено. Странно, как-то им померили. Можно сказать, вообще не затянуто. Хотя сильно тянуть нельзя, но тут от руки, можно сказать. Свечки Рено, надо же. Идиотам голову вобьют, что свечи обязательно должны быть того производителя. А если на русских машинах свечи говно. Вот. Теперь поворачиваю ключ зажигания. Все. Теперь, когда скажу, будешь трынкать. Хорош. Так, 13. Так, третий цилиндр, давай. Нету, ничего. Хорош. 12. Поехали. Давай. Хорош. 10. Он говорил, 7 у него. На холодную такая компрессия. Давай. Десять. Странно. Но все равно 10 показывает. Давай. Тут 9. Давай. Тут 9. 9, 10 это еще более-менее. Дальше. Давай. Ну, 8,5. Ну, не 7 же. Странно. Перед тем, как разбирать двигатель, снимем массу. Опа. Чтобы слить тосол в Renault Logan 1.4 двигатель, нужно снять сначала поддон. Смотрите, 1, 2, 3, 4 болта нет, 5, 6. Открутить 6 болтов, чтобы снять поддон. Перед тем, как откручивать, обязательно надо смазать, постараться ВД-40, чтобы по резьбе они шли более-менее нормально.
Иначе порвете, сломаете этот болтик, и он идти не будет. Придется вам высверлять. Так. Поддон снят. Чтобы слить тосол, нам нужно вот этот хомут снять, сюда подставить отвертку и сливать. Радиатор почему-то лежит, не знаю почему. Так, хомут сняли, теперь надо под этот хомут подставить вот так отвертку. Лучше подсовывать отвертку с плоской ручкой, потому что... Не крестообразную, с минусовой. Вот так вот, видите? По-другому никак, потому что в одной руке камера. Сейчас потихоньку тосол справится. Все, крышка открыта. Руки, конечно, грязные. Ничего к нему. Теперь остается только ждать. По-другому никак. Потому что в радиаторе кранчика рано не придумали. Наверное, сэкономили на кране. Вот расширительный бачок. Видите, я его открыл. Показываю. Будем ждать, пока сбежит с блока системы охлаждения. Ну, немного, конечно, останется. Тосол слили, теперь нужно слить масло, так как будем снимать головку. Если часть тосола не слилась и попадет в поддон, то оно будет вместе с маслом. Пока там масло сливается, я открутил крышку фильтра воздушного. Вот такой фильтр тут. Пук. Теперь надо открутить сам корпус. Раз, два. Что у нас тут еще? Где-то там сзади, наверное. А вот три. Да, три. И садится на впускной коллектор. Воздушный фильтр снят. Тут сразу появился доступ ко всему. Мне нужно открутить вот эту подушку. Ну, так как двигатель может свалиться. Не может, а точно свалится. Поэтому надо снизу подпереть. Масло благополучно слилось. Видите, тут остатки капают. Я убираю тазик сливной и заворачиваю пробку, чтобы мне за шиворот не капало. Вот так. Подпираю сначала кузов под лонжерон. Здесь вот что-то ненадежное мне показалось. Вот эти места. Вот, подпер домкратом штатным. А сюда у меня есть еще свой домкрат. Подопру своим домкратом сам двигатель. Головки болтов на 16 мм. Колесо снято. Теперь надо снять защиту, вот эту пластиковую. Вот эту вот, чтобы открутить вот эту защиту, чтобы открутить шкив двигателя. Защита, видите, пластика снимается достаточно легко. Здесь внизу было на таком этом привернуто. Сейчас, наверное, придется отвернуть вот этот. Тягу вот эту, мешает она подобраться толком. Гайки
шкива коленвала. Ключ здесь на 18. Чтобы его открутить, я вот так одеваю ключ, упираю его сюда. И при помощи помощника, сейчас она, жена моя крутанет, когда я ей скажу. Ключ упрется вот сюда, вот, вот так. И гайка должна открутиться, так как шкив идет вперед. А газ давить? Да, можешь не давить, можешь давить. Сейчас. Ну, говори, как надо. Зарисовал я схему, вот так вот. Коленвал, натяжной, обводной, генератор, кондиционер, гидроусилитель. Вот он. Теперь натяжной ролик беру. Вот так вот. По часовой стрелке. Или против. Против, наверное, все-таки. Вот так раз. И должен скинуться он. Ну-ка, попробуем. Вот и все. Вот этот натяжной ролик, который стоит рядом со шкивом. Его по часовой стрелке ключом на 15 двигаем еще раз. И скидываем ремень. Предварительно этот ремень я зарисовал, как должен быть. Снимаю попутно катушку зажигания. Вот смотрите, из 4 болтов, на которые она должна крепиться, тут всего лишь 3 болтика. Катушка снята. Болтики, которыми она держалась, ставим на место. Побрызгал я вот эти болты, которые крепят кожух выпускного коллектора. Сейчас попробую откручивать их. Болты на выпускном коллекторе. Подошел ключ на 10, но такое ощущение, что там на 9,5. Уже трещины. А здесь вот выгорело все. Сейчас ослаблю болты выпускного коллектора. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Вот смотрите, правый болт, вернее гайка, которая держит выпускной коллектор, прям на ней такое наплавленное, что уже это может быть. Перед тем, как мерить компрессию, вот этот 4-й цилиндр, свечка была, ну, можно сказать, не закручена, может, оттуда летела вот эта параша, не знаю, что это такое, откуда, первый раз такое вижу, как будто пластик расплавленный. Будем разбирать, смотреть. Да, кстати, вот эти все гайки под ключ на 10 сделаны. Хотя сами шпильки на 8 мм. Ну, то есть странное решение. Обязательно перед отворачиванием ВД-40. Потому что если гайка пойдет тяжело и ничего ей не поможет. Ну, вот смазка. Значит, мы просто тупо ее можем сорвать. Вот смотрите, я сейчас вот эти болты откручу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Который держит выпускной коллектор, головки прижимает. Но я не сниму его, пока не откручу. Вот 1, 2. 2 болта, это вот эти штаны, входят в саму трубу выпускную. Это надо будет делать снизу. Перед этим мне обязательно надо помазать. То есть проникающей смазкой ВД-40. Посмотрим, пусть постоит, пока я тут кручусь туда-сюда. Она все это дело. Так, и с этой стороны надо то же самое сделать. Еще раз повторюсь, ремонт делаю в гараже у себя. Поэтому любой человек, у кого есть голова на плечах, инструменты, сможет все это дело повторить. Ну, то есть без подъемника, спокойно, не спеша, может быть немножко дольше. Но зато сам и надежно.
смотрите, вот отсюда шпилька выкрутилась прямо из тела головки. Ну, ничего страшного, надо просто там продуть и на место ее потом прикрутить. Снизу, чтобы открутить, как говорится, выпускные штаны от самой трубы выпускной, то есть выпускной коллектор от выпускной трубы, нужно снизу ключом на 10 один и второй болтик. Ну, ничего страшного, он быстро отщелкивается, откручивается. Температура большая, он не прикипает. Поэтому я смазал ВД-шкой и буду крутить сейчас. Крутится отлично, это пружинки шумят, так что откручиваем. Не стесняемся. Так, вот она, видите как? Вот она снялась. Видите, как выпускной коллектор шевелится. Вот они, эти два болта с пружинами, которые держат выпускную трубу, прижимают к коллектору. Так, а вот она, как отсюда смотрится. Вот видите. Все, сейчас трубу вниз, и коллектор можно снимать. Вот она, видите. Так, значит, штаны освобождены. Теперь я просто так как тут прикипело, попробуем маленечко поработать отверткой, что ли. Ну-ка. Вот. Уперся я отверткой в шпильку, не усердствуя. Видите, пошло. И с этой стороны шпилька. Можно вот сюда. Но тут можно вероятность согнуть вот этот жароотбойник, или как правильно его назвать. Короче говоря, коллектор пошел. Неудобно, опять же, одной рукой. Надо взяться здесь двумя руками и немножко подковыривать. Беру камеру в зубы. Вот он, выпускной коллектор, так называемые штаны. Вот они. А вот теперь мы четко видим, что, смотрите, 1, 2, 3 цилиндра хорошие, а четвертый вот черный. Из-за чего это происходит? Компрессию мерил. Там компрессия прекрасная. Сейчас будем разбирать, дальше смотреть. Теперь, чтобы освободить, я должен снять, здесь вот у меня термостат стоит, должен снять вот эту штуку с термостатом. Ну и потом там впускной коллектор. И этот самый термостат, в который все патрубки входят, или блок термостата, как правильно назвать, не знаю, он крепится к головке 1, 2, 3 болтика длинных. Шестигранник здесь, но 8. Сейчас будем отворачивать. Открутил я эти три болта. Вот 1, 2, 3. Сейчас тут прилеплено на герметик. Вот, надо чем-то поддеть, чтобы сорвать. Так, нашел я тут выдергу. В принципе, без разницы. Выдерга, монтажка. Видите, как отошло? Вот он, посол, который не слился с самой низкой точки, про что я и говорил. Так, эти болтики, чтобы не потерялись, их желательно бы на место, конечно. Но пока я их в сторонку положу, потому что буду снимать головку, не будет мешать. Вид такой без выпускного коллектора. Снимаем вот эту экран жароотводящий и прокладку. Освободили, воздушный фильтр сняли. Теперь подобрались к топливной рампе. Топливная рампа крепится на два болтика. Шестигранник на этих болтиках на 8. Вот так вот. Легко откручивается. То есть сорвал легко. Дальше поехали. Обязательно нужно снять форсунки, чтобы не тянуть провода за собой. Форсунки снимаются легким нажатием руки. Вот на вот эту вот скобочку, которая их держит. Оп. Снимаем датчик положения дроссельной заслонки. Сделали, и обязательно нам палец поранить. Отворачиваем болтики до конца, чтобы вытащить. А, топливную рампу нужно
А может и не нужно. Скорее всего не нужно. Хотел отсоединить ее от этого, от топливопровода, но не буду. Потому что шланг гибкий. Пошевеливаем. Вот таким пошевеливаем макаром. Чтобы форсунки раз. И вместе с форсунками топливная рампа снялась. Вот видите. Отведу я их в сторонку. Вот так вот. Это привязать. Вот так я прикрутил топливную рампу, чтобы никуда ее не утаскивать. Теперь мне нужно, здесь вот снял этот шланг вакуумный, вот видите, резиновый. Теперь мне нужно дроссельную заслонку снять. Ну, тут такая, знаете, типа а-ля карбюратор. Вот раз, вот так вот, и легко снимается. Теперь мне нужно открутить вот это ухо, потому что оно мне вообще не нужно на... Когда я головку сниму, на головке оно мне не нужно. И заодно тросик останется здесь на месте. Вот к этому уху прикручены массы. Одна, вторая. Поэтому его надо открыть. Он крепится на двух болтиках. Головка болта, шестигранник на 10 мм. Снимаем датчики, потому что они будут мешать дроссельной заслонке. Чтобы освободить впускной коллектор, надо поснимать датчики. Вот видите, а это регулятор холостого хода, я снял разъем. Здесь вот датчик. Снял дроссельные заслонки, здесь датчик, и вот здесь вот надо еще один снять. Вот так. Вот так. Вот этот кронштейн изогнутый, и там вот гаечка на шестигранник на 13, а резьба на 8, держит, поддерживает впускной коллектор пластиковый. Вот мне надо ее открутить. Видите, вот такой удлинитель поставил. И вперед. Все, можно вручную. Снизу я все освободил. Видите, нигде провода не мешают. Вот этот кронштейн открутил. Сейчас я вам покажу. Видите, он шевелится, то есть легко выйдет. Пойдем посмотрим теперь наверх. Сверху мне нужно открутить вот эту подушку. Сейчас нужно подпереть двигатель перед этим. И снять ремень ГРМ. Снимаем крышку клапанов. И можно откручивать головку. Все, движок подперт. Можно сверху откручивать подушку, которая мешает снять ремень ГРМ. Откручиваем верхние три болта. Головка 16 миллиметров. Я их уже немножко сорвал до этого. А вот эти не сорвал еще. Подушка снята. Теперь вот эта вот защита ремня алюминиевая или дюралевая, она же служит опорой подушки. Ее нужно открутить 1, 2, 3, 4, 5 болтов. На 13, скорее всего, головка. Опа! Так, двигатель болтается. Не совсем удобно откручивать. Поэтому постараемся тянуть не в бок, а вверх. Хотя это сложно сделать. Мешает все. И вот посмотрите. 1, 2, 3, 4 на 13 головки. А там нижний самый, вот он. Головка, отсюда его не видно, наверное. Головка ключа под ключ на 10.
и ее просто так не открутить, пока не приподнять двигатель снизу. Вот я упор делал, пока двигатель немножко не приподнял, потому что ключ не входит. Открутить практически невозможно. Или срывать, что не есть хорошо. Теперь двигатель поднят. Оп, оп, головка засунута. Вот только сейчас сорвал. Почему там тоже на 13 не сделать? Не знаю. Не могу сказать, ребята. От руки не идет. Приходится маленькую трещотку брать. Смотрите, какой длинный. Если бы я не поднял, я бы его даже не смог вытащить. Переустановил ключ на 13. Почему все это не сделают на 13? Вот это меня, конечно. Что-то мешает. Вот так, немножко повернуть надо было. Вот она, крышка. Видите, какая мощная. Ну, я еще раз говорю, служит опорой. Подобрались мы к ремешку. Теперь надо нижний кожух снять. Так, вот этот нижний кожух, он пластиковый. Сверху крепится один, два. Там внизу не знаю еще сколько. Пока двигатель поднят, сейчас вот эти два откручу, потом посмотрю, опущу. Что самое интересное, вот этот болт, который справа откручивался ключом головкой на 8, а вот этот, который с левой, головка на 10. А сами болты диаметром на 6, то есть стержень болта диаметр одинаково, а головки разные. Странно. Ну и здесь внизу эта крышка держится двумя болтиками, головка на 8, вот так вот напрямик не подлезть, потому что кузов мешает. Сейчас я должен опустить немножко на домкрате сам двигатель, и тогда хорошо подлезу. Максимально возможно опустил, чтобы вот за раму не цеплялись трубки, только чуть-чуть прикоснулись. Теперь постараемся сорвать. Оп, есть. Сейчас скажут, огромный ключ взял. А чем больше ключ, тем легче срывать. Плечо больше. Теперь маленьким открутим. Вот она, крышечка легко пошла вниз. Ремень, надо сказать, в неплохом состоянии. Должен открутить вот этот натяжной. Сейчас посмотрим, откуда лучше его. Можно отсюда ключ на 13. Легко открутилось. Натяжитель, смотрите, как новый. Как новый, ну-ка. Блин, и крутится так же. Офигительно. Так, снимаем сам ремень. Естественно, предварительно я на всякий случай зарисовал. А ремень просто так не снимешь, потому что там внизу нужно снять шкив коленвала. Он с буртиком. Ну ладно, нам нужно сейчас подобраться к головке. Вот к этой головке. То есть просто ее снять. Для этого, я думаю, сейчас я буду снимать крышку, потому что все готово. Снимаем крышку клапанов. Здесь опять же ключ на 8.
Оп. Не подходит. Или подходит? Да нет. Головка большая сильно. Ну ничего, подходит. 8 болтов всего. Ключ на 8. 8 болтов. Легко запоминается. Так, начал крутить крышку и заметил, вот щуп держит здесь вот такой кронштейн. Этот кронштейн из-за щупа, из-за места, куда вставляется щуп, она прикручена как раз к этому кронштейну, не даст снять головку. Поэтому надо тоже ее открутить ключом на 8. Крышка клапанов откручена. Теперь просто снимаем ее. Так, что нам мешает? Провода. Вот так. Вот она крышка. Теперь наша задача открутить вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выбираем прокладку. Прокладка, кстати, тоже неплохая. Вот смотрите, эти болты, которые держат головку, мощные, откручивается либо головкой на 11, обыкновенной 12-гранной, либо головкой на, не знаю, что за название, Е14. Ну, это такая вот лепестковая. Так вот лучше будет видно. Видите? Вот такая вот лепестковая головка. А это вот на 11, 12-гранная. И вот это называется Е14. Я не знаю до сих пор, что это за обозначение, чему они равны. Будем пробовать. Откручивать Е14. Отворачиваем крест-накрест. Еще есть вариант, вот на нем я остановлюсь, потому что вот эта головка, тут четырехгранник у меня не подходит к моему инструменту. Здесь вот побольше и помощнее. Шестигранная, не 12-гранная, а шестигранная головка на 11. Смотрите, как отлично подходит. То есть 12-гранная подходит на 11 и 16, и шестигранная. Я выбрал шестигранную, потому что тут углы такие более жесткие. Поэтому буду отворачивать вот этой. Она еще и повыше. Прекрасно. Я думаю, сейчас должна пойти. Отлично. Пол оборота отвернул. Даже меньше четверть перехожу на другой угол. Отвернул, осторожней, чтобы не сорвалось, а то вот обыти острые, руки сорвать, сбить нефиг делать. Потом работать будет очень неудобно. Ну, откручивается, как обычно. Шайбы, как видите, я вытаскиваю вот таким пинцетом, просто опускаю в колодец, раз вот так, и шайбочка захвачена. Ну и все, в принципе, можно головку снимать вместе с спускным коллектором. Одному будет неудобно, потому что вот эти шланги могут оказаться помехой. Попробуем. Оп, вот она, головка уже ходит у меня. Так, здесь вот один датчик не снят. Надо снимать. Так, ребят, ну что, начал снимать. Видите, здесь вот шланг вакуумного усилителя руля. Вот он, от вакуумника идет. Мешает. Здесь вот кронштейн еще мешал. Ну, все вроде бы готово. Я уже ее сдвинул 10 раз с места. Опа! Вот таким вот макаром.
Так, вот он, шланг еще мешает. Вытаскиваем. На стол для ремонта. Нет, смотрите, масло бежит. Ну, как обычно. Как с любой головки. Так. Вот она у нас, красавица. Снятая. Сейчас переверну. Кверх ногами посмотрим. Чтоб сюда не лилось, что-то надо промокать, складывать. Головку переворачиваем, чтобы из нее все постекало. Опа! Масло, видите, сколько? Вот сама прокладка держится. Ну, а вот он, блок цилиндров. Это поршня. Первый, четвертый наверху. Верхние мертвые точки. Второй, третий внизу. Ну, какие первые впечатления? Ничего здесь особого такого я не вижу, чтобы что-то было испорчено. Следы старого удара клапанов, когда их загибало. То есть у этого двигателя уже загибало клапана. Сейчас нужно это все очищать и готовить к обратной установке. Вот она сама головка. Особых каких-то тут, вот, например, бывает, вскроешь головку, где-то прогар или еще что-то. Вот визуально особого здесь ничего не видно. Я вот обращаю внимание на первый цилиндр. Четвертый. Это вот он, четвертый цилиндр. Это вот этот вот. Ну, немножко потемнее, чуть-чуть потемнее клапан, чем на третьем, на втором. А на первом он почти такой же. Вот этот чуть больше желта. Но это разные причины. Может, свечка не работает, может, форсунка льет. Не обязательно головка порчена. Вот. Первый осмотр. Прогаров между цилиндрами нет. Сейчас еще надо будет открутить, снять распредвал, чтобы все клапана уселись в седло и пролить их керосином. Не тупо поменять прокладку, как тут звонишь в автосервисе, они говорят, за один день. Ну, как можно за один день сделать? Если делать тщательно, аккуратно, за один день, ну никак не сделаешь. Ну, смотрите, вот эти все места, все четко. Нигде ничего. Я уж смотрю, может здесь где-то. Может на прокладке где-то. Прокладку еще предстоит почистить, посмотреть. Ну что, готовим головку блока цилиндров к шлифовке. Для этого нам нужно снять впускной коллектор. Смотрите, внизу выкрутилось вместе со шпилькой. То есть внизу две шпильки, а наверху четыре болта вместе со шпилькой. Ну ничего страшного. Если я вот отсюда подлез, то здесь только маленькой головкой на 10. Оказывается, внизу три шпильки и сверху четыре болта. Оп! Вот он. Вот он, наш коллектор. Теперь для того, чтобы сдать головку, необходимо освободить ее от распредвала, который 1, 2, 3, 4, 5 крепится на 5 болтов и вытаскивается изнутри.
Нет, вы знаете, головка на 13, а не на 15. Ошибся. Ух ты! Просто так еще не сдвинешь. Оп. Это ось коромысел, которыми регулируется. Клапана. Все болты от руки пока не могу крутить, потому что поджимают пружины клапанов, которые давят в свою очередь на коромысла, рокеры, или как их называют в простонародье. Снимаем ось. Вот она. Вот она, видите, вся как бы в сборе. И остаются у нас клапана и сам распредвал. Ну-ка, распредвал. Распредвал здесь у нас держит вот эта пластина. Так. Будем отворачивать сейчас пластину, которая держит распредвал. Вот они, два болтика. Тут фигурные. Видите, какие шестигранные. Вот, ребятки, нашел шестигранную головку. Маленьким воротком. Оп, легко все открутилось. Второй. Также легко. Кому-то может не нравиться, что я шуруповертом работаю. Ну, мне так удобно. Вот она, пластинка. В ней отверстие. Опять назад заворачиваю болтики. И все это складываю. Вот так она становилась. Так. Оп. Вот он. И распредвал. Пошел потихоньку. Взял вот такую мощную отвертку. Когда-то брал специально. И не тяжелым молоточком сдвинуть. Здесь вот пластиковая пробка. Жалко мне ее портить. Поэтому я... А ничего. Просто рукой туда-сюда. Тут каждая шейка немножко меньше. Ну, то есть, например, это... Я условно говорю, там... 40 миллиметров, это 40,5, это 40,1, ну и так далее. Чтобы он, видите, легко вытаскивался. Все, это все складываем, уносим. Наша задача по максимуму освободить головку. То есть скрутить вот эти уши, они тут не нужны будут. Ну, естественно, может быть, даже не может быть, а слить масло, остатки. Видите, в тазик перевернул, просто тупо перевернул головку. Ну и подожду немножко, минут 5-10, пока все масло сольется. Пока сливается масло, я сниму прокладку. Выпускного коллектора. Тут она закоксовалась, не так-то просто ее. Вот она, прокладка впускного коллектора. Опять же, пока масло все это сбегает, у меня все клапана закрыты. Мне бы сейчас желательно сюда завернуть свечки и залить спиритом или керосином лучше, конечно. Посмотреть, насколько протекает или нет. Заворачиваю свечи для проверки герметичности камер сгорания. Пока заворачиваю, расскажу. Если камера сгорания герметичная, то вот здесь вот впуск, а там выпуск, вот эти каналы, то в них не должно появиться
Ну или появится минимальное количество жидкости, которую я залью. Сейчас все увидите. Естественно, перед тем, как перевернуть и заливать, нужно вот эти кронштейны поснимать ключом на 10. Ну все, головка готова к проверке. Сейчас заливаем сюда, желательно по верхней кромку камеры сгорания, ой, спирит, керосин, у кого что есть. Я заливаю ой, спирит и буду наблюдать вот за этими каналами. Эх, не туда. Где тряпочка? Надо сразу вооружаться тряпочкой. Иначе это будет обманчивая у нас. Вот она. Здесь сразу видно. Вот смотрите. В одном протекает. То есть вот этот клапан желательно притереть. Теперь надо обойти головку и посмотреть на выпуск. Так, на выпуске у нас что имеется? Ну, на выпуске вроде все нормально. Видите, да? То есть один клапан, вот этот вот. Сейчас скажу, если он так стоит у нас. Это второй цилиндр, впускной клапан. Видите, протекает как. Прямо оттуда изнутри бежит. Можно подождать еще минут 15. Вдруг где-то еще побежит. Ну, видно сразу, видите, уровень упал в этом... В этой камере сгорания во втором цилиндре. Вот таким вот медицинским шприцем собираем. Все понятно, второй цилиндр у нас впускной клапан пропускает. Хотя компрессия там была неплохая. Предвижу сейчас кучу критики. У аспирина там проверяет, надо керосином. Это, ребята, фигня. Главное, что вы наглядно видели, как проверить камеры сгорания. Двигатели внутреннего сгорания. В данном случае Рено Логан. Все, свечки выворачиваем. Готовим дальше движок. Ой, движок, головку к шлифовке. Рассухаривать клапана я буду вот таким вот рассухаривателем. Это обыкновенный жигулевский. По-моему, для девятки, не знаю, я тут дополнительно сверлил отверстие, уменьшил вот здесь вот колечко, это штатное, то есть сейчас я за какой-нибудь болт, вот сюда сейчас все увидите. Так, примерно, да, у меня даже будет вот отсюда лучше, надо вот сюда болтик ставить, хотел с крана вот с этого начать, но будет неудобно. Так, все, клапан жмется. Теперь нам нужно аккуратненько убрать сухарики, чтобы они не повыскакивали. Так, есть один сухарик. Твою мать. Вот так бывает, ребята. А потому что я не закрепил головку, вот так и случилось. Думал, прокатит. Не прокатило. Вот видели, ребята, да, как улетело? А достаточно было всего лишь взять вот такой саморез и к деревянному помосту, на котором я делаю. Вот так вот прикрутить одним.
и вторым. Если надо, перекрутить. Ну вот, торопился. Думал, быстрее, быстрее. Вот она, стоит все на месте. Желательно бы иметь еще пинцет. Перестанавливаем на следующий клапан, или два клапана. Предвижу кучу критики и делаю так всю жизнь. Все, дело получше пошло. Еще для тех, у кого клапана будут сильно проваливаться, прям что не снимешь сухари, можно под клапан подкладывать гайку. Но это я при засухаривании буду делать. Все, значит, осталось вытащить клапана, и головка готова. Ну, помыть еще ее. Выпускные. Первый, второй, третий, четвертый. Вытаскиваем. И в таком же порядке их должен потом буду назад поставить. Выпускные первый, второй, третий, четвертый. Так, немного почищу. Здесь специальные сборники грязи. Все это надо вычистить тщательным образом. Ну вот она, головка. Так, датчик. Датчик температуры, скорее всего, на 21. Вот он, датчик температуры. Так, мне теперь нужно снять колпачки. Я вот такие. Сильно не давить, чтобы не попортить направляющие. Сейчас скажут, специальный инструмент нужен. Нет у меня специального инструмента, ребята. У меня есть простые, добрые плоскогубцы. Аккуратненько, не зажимая, не пережимая. Хоп, видите, чуть-чуть сдернул. И дальше. Обыкновенными плоскогубцами. Благо, что здесь их всего лишь 8. Вот когда 16, там, конечно, приходится мучиться, но они и потоньше. Они тогда снимаются вот такими. Так, колпачки снял. Теперь нужно, чтобы не потерялись, когда я головку повезу на шлифовку, чтобы не потерялись вот эти шайбы, которые под колпачками идут. Вот видите, 1, 7, 8. Все. Вот они, шайбы. Их я использую еще раз. А вот они, колпачки, которые я выкину. Еще маленько, видите, под шайбами. Грязь собралась. Надо все это дело отмыть.
Нет, то есть хорошо, что повез на шлифовку. Ну что, приехала моя головка, вернее, я ее сам привез. Со шлифовки. Сейчас посмотрите ее вид. Тщательно упаковывал, потому что возил на велосипеде. Посмотрите, какая красота. Все четко. Смотрите, ровненько. Немножко захватило даже вот эти места, откуда свечи выходят. Ну, я думаю, ничего страшного. Конечно, ее надо будет сейчас продуть от стружки, от алюминиевой и от дюралевой, вернее. Вот здесь вот немножко покоцанное, но если дальше снимать, то это уже было бы неправильно, потому что слишком много снятия увеличит настолько компрессию и опустит, что клапана могут задевать поршня. Снимать шкив с коленвала на Рено Логан вот таким способом. То есть брызнули сюда ВД-шки, чтобы она хорошенько проникла везде. Подождали минут 10. И вот смотрите, вот такую широкую отвертку вставляю я в промежуток между шестерней и блоком. И вот так вот аккуратненько, аккуратненько. Вот она. Видите, слетела. Даже немного не ожидал я сам, что она так быстро может слететь. Здесь вот, конечно, шпонка. Хорошо, что она не потерялась. Вот она, шпоночка. Вот это. Ну и слава богу. Все. Шестерня снята. И там у нас открывается сальник. Теперь этот сальник надо вытащить для замены. Ну, естественно, здесь все почистить. Вытаскиваем вот обыкновенной отверткой. Вытаскиваем. Видите, легко вышел у нас сальник. 35 на 47 на 6. Я так понимаю, внутренний диаметр 35, наружный 47, толщина 6 мм. Так, вот он у нас новый сальник. Прежде чем его вставить, я всегда наружную часть смазываю смазочкой. Ну, в данном случае ВД-40. Если сальник становится хорошо, то смазка, некоторые подумают, смазал, он потом выскочил. Все это ерунда. Значит, пружинкой вовнутрь ставим. Не сюда наружу, а вовнутрь. Я уж совсем, как говорится, объясняю все подробно. Многие скажут, совсем для чайников, да? Так, а для кого я снимаю? Для тех, кто знает, им и так все понятно. Как бы нелегко совсем, но от руки идет, то есть от пальцев. Опа. Вот так. Ну, вот так вот, посмотрите, все, он установлен. Думаю, что все будет нормально. Головка, значит, продул я, протер. Здесь вот еще местами есть, конечно. Не заметил вот местами, оп. Это специальное углубление в головке для сбора грязи. Ну, в движке скапливаются окалины, скапливаются.
перед тем, как укладывать шайбы, естественно, их нужно будет промыть, протереть все. Ну, я в айспирите мою, можно в солярке мыть, можно в бензине, кому как нравится. Мне нравится в айспирите. И вот на каждое место, где у меня будет стоять колпачок, а потом пружина, это под пружину вот эта шайбочка, мне нужно эти шайбы установить. Все, шайбы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 установлены. Теперь будем устанавливать колпачки. Колпачки я купил вчера. Это май 2020 года. 8 колпачков на Рено Логан, двигатель 1.4. Стоят, вот они, 350 рублей. 1, 2, 3, 4, все. Перед их установкой, значит, у них корпус, видите, металлический, а внутри резина маслостойкая специальная. Вот чтобы их сюда одеть, тут, конечно, ничего не мешает, прям прекрасно. Ну, можно прям вот так вот вручную. Но я привык немножко подбивать, поэтому подходящую сейчас возьму инструмент. У меня подходящим инструментом оказалась вот такая удлиненная головка на 11. Вот. Это главное, чтобы вот эти вот края упирались в края вот этой металлической оправки этих колпачков. И смотрите, можно прям вот рукой. Раз, и он туда защелкнулся. То есть сел до самого низа. Здесь также. Поближе вот показываю. Раз. Видите, зазоров ничего нет. Продолжаем. Одеваю в данный момент на сухую, хотя рекомендуют немножко и смазывать. Я считаю, когда вот так легко подлазить, то есть вот видите, я их спокойно трогаю, то есть никаких здесь шпилек не мешает, ни распредвалов, ничего. Поэтому я просто одеваю их. Конечно, когда на самом двигателе меняешь колпачки, тут бы распредвал мешал. Вот этот что-то совсем легко. Смотрите. Прям даже мне не нравится это. То ли колпачок, то ли просажено. И этот легко. И этот. Это скорее всего колпачок. Просаженный колпачок. Смотрите, один колпачок не подходит. То есть он легко запрыгивает. Прям легко. Так не должно быть. Значит, один у нас колпачок не подошел. Я его ставить не буду. Сейчас устанавливаем клапана на место. Вот так вот лягунечко. Каждый клапан нужно хвостовик смазать. Вот смотрите, каждый клапан нужно смазать хвостовик, чтобы он легко вошел. И, естественно, надо бы помазать вот эти сами колпачки. Так, 7 колпачков и 7 клапанов установлены. Вот этот колпачок оказался негодный. Поеду я его менять, ребята. Потому что это не дело. Сейчас будем устанавливать пружины. Так, устанавливаем пружины. И засухариваем. Ну что,
поменял я вот колпачок, понтов было столько, что, говорит, несите все колпачки. Я говорю, ага, я все поставил. Правда, поменял быстренько. Так, где тут у меня? Вот она, головка на 11. Оп. Все, теперь у меня комплект. Один готов. Какую куда пружину ставить, и сухари тут значения не имеет. То есть просто засухариваем. И все. Оп, второй готов. Засухариваем впускные клапана. Ну все, видите, выпускные клапана засухарены, впускные засухарены. Сейчас мне нужно вставить сюда распредвал с сальником. Сальник будет вот с этой стороны. Поджать его пластинкой. И все, головку можно устанавливать. А вот эти коромысла я поставлю уже после того, как установлю головку. Потому что сейчас клапана все закрыты. И так как существует вероятность, если я неправильно поверну коленвал, то клапана могут задеть поршня. А так как они все закрыты, они их не могут задеть. Поэтому сначала установлю головку, вот, а потом уже буду выставлять верхнюю мертвую точку и выставлять распредвал. Да. Вернее, не так. Установлю головку, установлю вот эти рокеры, потому что сейчас я их не могу установить, они будут торчать и упираться в основание. Установлю верхнюю мертвую точку, потом подведу поршня вверх, и все, у меня будет окей. Вот он, распредвал. Вставляется он, если на двигатель смотреть, вот это первый цилиндр, второй, третий, четвертый. Так вот, со стороны четвертого цилиндра вставляется распредвал. Перед тем, как его вставлять, нужно снять старый сальник. Вот он, я его снимаю. Вот новый сальник. Почистить от грязи, от пыли посадочные места. То есть вот эти вот, где он крутится. Вот в этих вот бугелях, как бы, как их называть. Не знаю правильно, потому что на большинстве машин эти бугеля разъемные. А тут видите, как все старается упростить. Но мне бы было проще, конечно, отдельно вставлять. Хотя, кто его знает. Перед установкой еще раз продуваем, чтобы не было ни малейшей соринки. Протираем тряпочкой. Особенно места, где будем устанавливать. Я все протираю. И обязательно посадочные места смазываю чистым моторным маслом.
Но у меня в данном случае 5W40. Про ту посадочные места болтов, которые будут крепить головку к блоку цилиндров. Сам распредвал еще раз протрем. Так, протрем и смажем все трущиеся места моторным чистым маслом. Чтобы распредвал зашел, как говорят, как по маслу. Все это желательно делать в максимальной чистоте. Вставляем. Оп, все встало отлично. Вот эти вот места, где вращается распредвал. Вот это место самое маленькое, потому что как пирамида она сделана. Здесь меньше, здесь побольше, побольше, побольше и самое большое. Вот он, распредвал. Смотрите, я его легко кручу от руки. Теперь, чтобы его зажать, вот сюда вставляется пластина. Сейчас мы это сделаем. Переставил камеру на другой штатив, потому что этот штатив, который сейчас я снимал, он слишком маленький и плохой охват. Значит, вот такая пластина есть. Она должна вставляться вот сюда. Вот здесь вот распредвал имеет прорезь. Вот посмотрите. Вот раз вставил. Это фиксирующая пластинка. И чтобы она оставалась на месте, существует два вот таких болта. Диаметром 6 миллиметров под звездочку. Вот она, звезда. Не знаю, насколько она. Ну, кому интересно, я сейчас померяю. Затягиваем с усилием. Кому интересно. 8-10 ньютон. Я уже от руки примерно знаю. Чтобы не сорвать. Хотя пластина стальная. Все. Пробуем, как у нас крутится распредвал. Прямо вот смотрите, заворачиваю болт. Вот он, видите? От руки идет. Видите что? Все, значит, все установлено отлично. Теперь нам нужно установить сальник. Сальник установить вот сюда. Протираем все это дело еще раз. Вот он, новый сальник. Смотрите, что я делаю. Беру чистое моторное масло, смазываю, во-первых, внутри, где будет вал крутиться, чтобы при установке не задралось, и немножко снаружи. Ничего страшного в этом нету. Сейчас многие скажут: а он выскочит, надо на сухую. Вот на сухую вы его вперед задерете пружинкой вовнутрь головки. Так вот я вставил, немного подкручивая. Теперь чем-то надо его туда садить. Вот он немножко криво. Можно, конечно, вот так вот попробовать. Вот так не весь хорошо. Можно через сальник, вот через этот, чтобы не раздолбить тот старый сальник, видите? Утапливаю. По старому сальнику стучу и осаживаю. Теперь смотрю, вот здесь у меня низ не осевший. Сейчас многие скажут: ой, а мы не знали как. Есть такие деятели. Но если вы знаете, очень хорошо, отлично. Есть люди, которые никогда не ставили сальники. Все, сальничек немножко я притопил туда. С какой целью? А с той целью, что этот стоял за подлесо и мог натереть место здесь, через которое потом будет сочиться масло. То есть выработка на валу. Поэтому я немножко его притопил. Вот примерно по периметру одинаково все. С
Сальник на месте, распредвал на месте. Ключом на 15. Да ты что, на 16. Так что, ребята, при разборке рно двигателя вам следует запастись ключами на 18, на 16. Видите, как вращается распредвал? Прям вот одним пальчиком. Вот, смотрите. Очень легко. Вот, даже от руки вращается. Без ключа. Все. Вот в таком виде я его буду ставить на движок. Теперь переворачиваем. Опачки. Тут у меня немножко было грязновато. Протираем, потому что это место не обойдет под прокладку. И пойду готовить место под установку головки на блоки цилиндров. Вот так вот накрою. Вдруг пыль какая, пусть стоит. Вот он, блок цилиндров. Сейчас первый, четвертый цилиндр опущены вниз. Поршня, вернее, не цилиндры. Значит, прежде чем вот здесь все чистить, я каналы закрыл тряпочками, как вы видите. Вот это остались только отверстия под болты. Их надо еще продуть раз. Сейчас я эти все тряпки убираю. И еще раз протру все. И буду устанавливать головку. Быть надо осторожным, чтобы эти тряпочки не упали в систему охлаждения, в систему смазки. Иначе, вот видите, одна упала в цилиндр прям. Иначе здесь будет не очень хорошо. Перед установкой обязательно все еще раз протираем. Это я продуваю места, где будут закручиваться болты. 10 очков давления. Продуваем до тех пор, пока из колодцев не перестанет лететь масляные капли. Потому что если мы будем закручивать болты, они могут раздавить просто цилиндр. Ой, цилиндр, блок. Так, вот она, новая прокладка. Сейчас мы ее примерим, хотя знаю, что должно быть все нормально. Вот как с колпачками получилось. 7 подошли, а 8 болтался. Так, новая прокладочка, щетка, все четко подходит. Все. Ребята, что хотите со мной делайте, говорите, что это плохо или хорошо. Забрызгиваю я поверхность ВД-40 и миленькой-миленькой наждачкой убираю старые остатки прокладки. Сейчас скажите, я тут испорчу плоскость. Ни хрена я не испорчу. Чтобы испортить плоскость даже на 0,01, тут надо, знаете, как тереть. А тут вон все насечки, как фрезеровали этот блок цилиндров, так все они на месте. Я убираю легкими движениями старые ошметки. Так, ну вот смотрите, начал устанавливать прокладку, и есть вот такое вот колечко. Оно должно заходить вот в это отверстие. Это для центровки. То есть оно вставляется сначала в головку, вот сюда, а потом на него одевается прокладка. Так вот, прокладка на него не одевалась. Пришлось мне его подточить, прокладку немножко подработать. Ну, почти как на русской машине. Вот видите, теперь она плотненько, но заходит. Видите, вот это колечко, вот почему-то здесь оно одно. Вообще делается по диагонали два кольца. Но одно так одно будем ставить, куда деваться. Все, у меня блок цилиндров подготовлен. Теперь мне надо опустить вот эти поршня вниз, чтобы они все были на одном уровне. Чтобы когда я ставил, потом буду, ну, головку прикручу и буду ставить на место
рокеры, то есть коромысла. И чтобы они, видите, тут вот, когда-то на этом двигателе гнуло клапана. У меня есть видео на канале, я исправлял эту ситуацию. И вот они клапана задевали за поршня. И чтобы этого не случилось сейчас, я их опущу, и потом, когда поставлю уже коромысло, приподниму первый четвертый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Опускаем поршня, крутим по часовой стрелке. Вот так вот. Выровняли. Головкой на 18. За болт коленвала. Все. Да, забыл сказать. Вот когда они ровно посредине стоят, все четыре поршня, у нас, если мы будем крутить по часовой стрелке, надо, чтобы первые и четвертые пошли вверх. То есть можно на 180 градусов повернуть, и вверх пойдут второй, третий. Но это для того, чтобы, когда я поставлю вверх голову и выставлю так, чтобы были свободны первый и четвертый цилиндр клапана, первый цилиндр были свободны, вот так вот, чтобы они не встретились. Поэтому вот на это надо обратить внимание. Ну что, будем ставить головку. Еще раз проверяем, чтобы плоскость была абсолютно чистой, потому что маленькая соринка может испортить всю работу. Устанавливаем так, чтобы попасть вот на это направляющее. Я еще раз говорю, обычно два направляющих делаю, но тут почему-то одна. Не знаю по какой причине, может для меня кто разбирал. Ну, тем не менее, ставим. Так, вот она направляющая. Сейчас мы ее... Оп. Опачки, все, она встала. Видите? Одна сторона поехала. Почему? А потому что, если бы здесь вторая была направляющая, вот этого движения бы не было. Ну, теперь придется болтами попадать. Хочу обратить ваше внимание. Вот этот ряд болтов короче, чем вот этот ряд. То есть, болты, которые держат головку со стороны впускного коллектора, они немного короче. Это ввиду конструктивной особенности. То есть вот здесь вот отливы выше. Я не знаю, почему так сделано. Может, из-за того, что здесь эта часть горячей головки. Поэтому не знаю. Обычно делают всегда одинаковые. Но вот у Рено вот так. Вот ловлю. Видите? А, да-да-да. Ловлю сначала так, без шайб. Ничего пока у меня не получается. Топ. Подвинули. Все, вроде наживил. Наживил. Потому я потом я этот болт. Я не знаю, видно на камеру, нет? Вот этот крайний болт. Это я наживил для чего? Для того, чтобы он у меня служил как направляющее. Чтобы головка, видите, никуда не сместилась. Теперь я сюда должен уложить шайбы, которыми прижму потом. Которые эти шайбы. Прижму через шайбы, через эти, прижму головку саму. Шайбы у меня до последнего момента лежали в керосине. То есть отмокали от грязи. Вот они, видите? Их должно быть ровно 10 штук. По количеству болтов. Вот они, шайбы. Кому интересно размеры их, толщина 3 мм. Ну, даже можно сказать 3,1. Одна десятка. Диаметр наружный 20 мм. И диаметр внутренний 10 мм и 8 десяток. 10,8. Всего их 10 штук. Устанавливаем болты вместе с шайбами. Стараемся не уронить туда шайбу, потому что если она вдруг пролетит в поддон, здесь есть, хотя должны быть такие отверстия, чтобы не пролетала. Ну, мало ли что. Не забываем про то, что этот ряд болтов 5 штук короче, чем этот ряд. И короче примерно на 12 миллиметров. 13.
Помогаю для скорости себе шуруповертом. Головка шестигранная на 11. Шуруповерт выставлю на 6 ньютон. И начну закручивать по порядку. 6 ньютон. Не пугайтесь. Девочки и мальчики, кто меня смотрит, не знаю, шуруповертом я до конца не буду крутить. Я просто им помогал, чтобы не крутить вручную, чтобы быстрее было. Теперь я выставляю на 10 ньютон и опять кручу. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Именно вот в такой последовательности. 10 ньютон. Теперь у меня, то есть, на 10 ньютон протянуто все, хотя в книге сказано сразу на 20 тянуть. Ну, куда нам торопиться? Значит, второй этап, а в книге это первый этап. Тянем на 20. Теперь мы выжидаем 3 минуты. Я вот не понимаю, почему 3 минуты, почему не 5 минут. Можно и полчаса подождать. Что может случиться за 3 минуты? Каким опытным путем они дошли до этого? Ну ладно, риторика. Ждем 3 минуты. После того, как прошло 3 минуты, значит, в книге сказано дотянуть на 110 градусов. Но у меня 110 градусов нету. Посмотрел интернет, ребята тянут, у них получается от 80 до 90 ньютон. Вот понимаете, 20 ньютон и сразу на 90. Вот, например, когда затягивают головку блока цилиндров Toyota, ну, японская машина, качество, сами знаете, знаменитая японская, там тянут сначала, например, на 17 ньютон, потом на 34 ньютона, потом на 50 градусов. Здесь с 20 сразу на 90. Поэтому я коней гнать не буду. На 20 затянул, теперь затяну на 50, то же самое. Ну что, ждем еще 3 минуты? Или 10 минут? Тяну теперь до 80. Так, больше тянуть я не буду, потому что считаю этого вполне достаточно. Сейчас я буду заниматься навешиванием выпускного коллектора, впускного коллектора, вот этого тройничка, в который термостат входит. Значит, мне нужно сначала вот эти болты, которые здесь были завернуты. Видите, они на герметик были завернуты, не знаю почему. Я их сейчас металлической щеткой почищу. Для установки вот этот тройник головки блока цилиндров, для этого мне надо плоскость вычистить. Прокладки я тут не заметил, придется герметиком мазать. Очищаю старый герметик. Тут такие углубления специально сделаны. Ну, видимо, чтобы герметик хорошо тут. Можно было и без углублений, конечно. Ну, раз производитель сделал, значит, считает, что так надежнее. Выравниваю все мелкой наждачкой. Так, прошел я герметиком, теперь подожду минут 15-20, когда он подсохнет. Это у меня будет герметик-прокладка.
хотя герметик еще не высох, но я все-таки наживлю эти болты, потому что пусть он сохнет на болтах. Затягивать не буду. Видите, он еще немножко сыроват. Вот и пусть так сохнет. Так он надежнее высохнет. Навешиваем снятое оборудование, снятые кронштейны. Использую свой любимый шуруповерт, чтобы ускорить. Опачки. Поставил головку на 8, а там она на 10. Так, это у нас на 10 ньютон. Можно и посильнее завернуть чуть-чуть. Отлично. Отлично. За этот кронштейн будет цепляться щуп. Ну и, конечно, одеваем второй кронштейн. Я думаю, они не помешают, потому что когда я снимал головку, эти кронштейны оставались на ней. И перед фрезеровкой я их снял. Ну все, часа два простояло, больше даже. Так, ну вот я отмываю впускной коллектор. Особенно вот эти места, которые форсунки входят. Их надо обязательно помыть, потому что форсунка войдет, будет подсасывать воздух. Устанавливаем впускной коллектор. Там внизу у нас 3 шпильки. А вверху 4 болта. Итого на 7 крепления устанавливается. Ну то есть 7 шпилек. Или 4 болта и 3 шпильки. Так, есть. Надели на шпильки. И теперь заворачиваем верхний болт. Один любой, чтобы он не спадывал. Подшевеливаем чуть-чуть. Как-то не очень идет. Помогаем ключиком на 10. Впускной коллектор прикрутили. Продолжаем обвес головки. Надо не забыть про датчик температуры ключом на 22. Да, кстати, там снизу при закручивании впускного коллектора надо не забыть прикрутить кронштейн, который поддерживает его. Я уж туда вниз не полезу, но когда разбирал, я показывал, какой кронштейн я откручивал. Же датчик ключом на 21. Вот. Очень хорошо закручивается этот датчик температуры ключом на 21. Приворачиваем к головке блока цилиндров кронштейн. Этот кронштейн держит тросик газа. И одновременно на него приходит масса. Видите, вот одна, вторая. И еще плюс на него приходит, на нем держится пластиковые такие хомуты, которые придерживают шланги, которые ведут в печку. Два болта ключом на 10, а сами болты на 8. Что я хотел рассказать по поводу закручивания коллектора вот снизу. Здесь 3 шпильки торчит, и вот чтобы на них закрутить болт, для этого обязательно вам понадобится
ключ вот с такой вот гибкой, вот видите, вот с такой гибкой, гибким удлинителем. Почему? Потому что просунуть руку туда невозможно практически. Просто удлинитель вот такой поставить, вот такой вот, он ровно не входит, потому что мешает кузов. Поэтому удлинитель должен вот так раз и сюда изгибаться. Теперь обязательно не забывайте вот этот кронштейн, вот этот вот. Вот он с этой стороны еще не прикрутил. Не забывайте его прикручивать, потому что он поддерживает впускной коллектор. А так как впускной коллектор пластиковый, ему сломаться нефиг делать. Алюминиевые раньше были, они были получше. Ну все, заворачиваю вот последние два болта. И впускной коллектор у меня на месте. Тут видите еще сколько датчиков болтается. Их все надо установить на место. Так, да, это вот на дроссельную заслонку пойдут вот эти два датчика. Вот труба и вот не датчики, а разъемы. Вот один разъем и второй разъем. Да, еще забыл сказать, вот этот болт, вернее, эта гайка на 13, а вот этот болт на 16. Так что запасайтесь ключами 16, 18, 13, 15. Ну, вот фишка такая у Рено. Вот я вам рассказывал про разъемы. Видите, вот разъем. Это регулятор холостого хода. Один в один, как у ВАЗа. Не знаю, функционально он подойдет или нет. Так, и вот этот проводок. Это датчик. А, нет. Вот он. Вот он. Так. Вот он. Это датчик, скорее всего, абсолютного давления. Но, тем не менее. Вот он, видите, по цвету подходит. Вот. А датчик, это не форсунки, датчик дроссельной заслонки. А это 4 на форсунке. Фикс. Фикс-пикс. Фу. Сейчас. А, можно, наверное, одеть сразу дроссельную заслонку, тросик. Вот так вот. Легко надевается. Вот, сейчас, наверное, будем устанавливать форсунки. Как вы помните, вот они, сами форсунки. Видите, на них немножко грязи. Я их прикрепил, чтобы не снимать, не сдергивать топливопровод вот этот. Я их вот так отодвинул и прикрепил сбоку здесь в углу. Теперь мне надо и сами форсунки, вот эти резиночки, немножко протереть. И будем вставлять. Так, надо накрыть, сейчас форсунки буду ставить. Чтобы они не... Тут на них грязи полно. Поменьше летело, вот так прикрою. Раньше, конечно, надо было прикрыть. Отворачиваем форсунки. И снимаем. Касается, здесь они к самой топливной рампе крепятся специальными такими зажимами. Поэтому они держатся четко. Протираю резиночки, которые сейчас будут входить в пластиковый впускной коллектор. Смазываю выдышкой резинки. Можно, конечно, моторным маслом. Но я предпочитаю выдышку. Почему? Она бы у меня просто под рукой была. Вот так. Предвижу критику. Надо моторным маслом. Как тут мне один пишет зритель. В японскую машину надо лить японское масло. А в японскую машину, если болт закрутить не японский, ну он по размерам точно такой же, как тогда. Короче, бред несут. Также с этой смазкой форсунок. Вот так вот. Раз. Аккуратненько заводим. Видите, тут все предусмотрено. Сильнее не задавишь. Болтики. На 6. Сам диаметр болтов на 6, а головка на 8. Затягиваем на 10 ньютон. Я уже от руки примерно знаю, сколько у меня давит. Так, тут же попутно заворачиваем щуп, потому что
щуп держится на проушине, которую я ранее прикрутил. Покажу поближе. Так, прикрутили. Еще раз проверка. Все нормально. Вот он этот привернутый щуп, вот он. Вот видите, надо за него, про него просто не забыть, потому что будет болтаться, и там может снизу выскочить и побежит масло. Теперь устанавливаем разъемы управления от форсунок. Все, форсунки установлены, подключены. Здесь, где разъемы какие были, все установил. Так, теперь нам надо установить, я думаю, впускной коллектор. Потому что с ним придется немножко повозиться. Тут, считай, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 болтов. И вот один из них как бы не очень в хорошем состоянии. И вот здесь вместе со шпилькой вывернутый. И там 2 болта, которые крепят сам выпускной коллектор к выпускной трубе. Про прокладку не забываем. Так как у меня вот эта шпилька как бы не совсем мне нравится, пройду-ка я ее леркой или плашкой, как вам угодно, на 8. Вот смотрите, прохожу шпильку, идет от руки, но я как бы и резьбу почищу. Шпилька уже ремонтная. Устанавливаем помытую прокладку. Прокладка эта не новая. Видите, прокладка крепится только на 4 шпильках из 7. Не знаю, поэкономили, наверное, металл французы. Так, есть. Теперь наша задача одеть сюда коллектор. Вот смотрите, перед установкой коллектора я его чуть-чуть почистил. Что, ставим? Вот так вот. Вот эти 2 болта, вот один и вот второй, который держит впускную трубу, выпускную трубу крепят к выпускному коллектору. Их нужно крутить до упора, потому что там упоры, хотя здесь и пружинки. Эти пружинки служат для того, чтобы такая некая вибрация была. Фильтр масляный находится, вот если по ходу движения, то с правой стороны от выпускного коллектора, или можно еще сказать, с правой стороны от руля, если по ходу движения. А если вот как я на него смотрю, то от меня с левой стороны откручивается он достаточно легко, без всяких суперсъемников. Ну, закрутили от руки и открутили. Вот он, вот он, старый фильтр. На его место надо поставить новый. Новый фильтр я смазал моторным маслом эту прокладку, и также от руки закручиваю. Значит, у меня снят кожух сейчас. Я делал ремонт двигателя, вернее, ремонт головки. Менял прокладку, притирал клапана, шлифовал эту головку. Поэтому надо было ее еще раньше поменять, этот фильтр, когда не было выпускного коллектора, но к условиям, приближенным к боевым, то есть как на самом деле. Все, от руки завернули. Так, ну все. Значит, впускной коллектор стоит, форсунки стоят, выпускной коллектор стоит.
Надо ставить распредвал и вешать ремень ГРМ. Не забываем, что я середину поставил поршня. И как я по ходу буду крутить, сюда что-нибудь ставлю вместо свечки, чтобы видно было, как идет вверх первый цилиндр. Ну, сейчас все увидите. Сейчас устанавливаем коромысло. Я сказал распредвал, да, устанавливаем. Распредвал стоит. Сейчас устанавливаем ось коромысел, которые у нас давят на клапана, или рокеры. Вот, и будем устанавливать ремень ГРМ. При установке толкателей, перед тем, как их вернее установить, смажем все трущиеся детали, которые мы можем подлезть, на распредвалу. Стержни клапанов смажем. Здесь вот чистым моторным маслом. Перепутать установку этой оси ну просто нереально. Потому что впускные и выпускные клапана, вот смотрите, это впускные, у них вот такое расстояние, а выпускные гораздо меньше расстояния помещаются. Поэтому перепутать их просто невозможно. Заворачиваем болтами. Внутри каждого болтика отверстие. Это для масла, чтобы смазывались на этой оси вот эти вот места прилегания этих рокеров к самой оси. Шестигранник на этих болтах на 13. Тут самое главное не перетянуть. Заворачиваем болты на 20 ньютон. Отлично, есть. Есть. Все. Устанавливаем шестерню распредвала. Перепутать ее никак нельзя. Вот так. По-другому ее никак не поставишь. Головка, которым тянется этот болт, на 16. При помощи вот такой вот нехитрой приспособы, может кто-то по-другому как-то делает, но я привык вот с ней, она мне подходит абсолютно ко всем машинам. Затягиваем болт, который головка на 16, на 50 ньютон. Вот так. Все. Видите, вот такой ключ. Давным-давно уже у меня. Так, перед установкой ремня ГРМ нужно на свое место поставить ролик натяжной. Ставить его будем. Вот видите, с этой стороны как бы ничего нет. Это к телу головки. Не к телу блока цилиндров, потому что он устанавливается на блок цилиндров. А вот этой стороной для натяжения ставим сюда наружу. И заворачивается гайкой. Гайка внутренний диаметр на 8. Наружный, как обычно, на 13 у нас. И натягиваться он будет, этот ролик, вот таким шестилепестковым. Написано Т40. Не знаю, что за маркировка здесь. Т40. Ну, устанавливаем ролик. Наживляем гайку. Не заворачиваем ее до конца, потому что нам еще нужно ремень одевать. Для того, чтобы установить ремень ГРМ, существуют метки. Вот здесь вот видна эта метка. Так как у нас поршни опущены вниз, мы можем спокойно крутить распредвал. Клапана будут открываться-закрываться. Не заденут они поршня. Поэтому я для удобства подвожу эту метку наверх. Выставляем метку. Так, вот она подходит, меточка. Все. Метка ГРМ на шестерне распредвала.
Так, вот она, наверху. Вот, я буду ориентироваться сейчас, когда ремень буду ставить на нее. Смотрел я. Ну, что значит смотрел? Взял, крышку клапанов одел. Здесь вот есть метка, вот, буква D, латинская. И внизу такая стрелка. Так вот, чтобы вот эта стрелка совпадала с меткой на шестерне распредвала. Наживил я на два болтика всего лишь. Вот раз. И вот с этой стороны два. Вот. Теперь я что? Я теперь беру и подвожу поршня. Сейчас они у меня посередине находятся. Вверх. То есть подвожу их в верхнюю мертвую точку. Головкой на 18. Подвожу аккуратно, не спешу. Если вдруг клапана встретятся, она упрется. И чтобы мне не было, чтобы у меня не было проблем. Ну, встретиться они не должны, сразу говорю. Хотя цилиндр, первый цилиндр, впускной клапан зажат. Провернуть мне коленвал надо на четверть оборота. Поэтому, чтобы не сбиться, я сделал вот такую меточку. И сейчас попробуем. Так. Контролирую весь этот процесс при помощи нехитрого инструмента. Вот такой вот отвертки. Вот он. Вот он. Можно, конечно, вдвоем это делать. То есть один держит, контролирует, а другой подводит. Пока ничего там не мешает. Вот так вот выглядит вал без шестерни, установленные поршня в верхнюю мертвую точку. То есть вот эта вот проточка, куда входит шпонка, ну как бы шпонка, потому что она тут единое целое, вот с шестерней, она в ней выдавлена. Вот, шпонка это смотрит наверх. Метка, которая вот здесь вот есть, вот внизу, смотрит вниз. Что я делаю? На самом ремне ГРМ, вот он, сам ремень ГРМ, есть стрелки. Стрелки нужно ставить по ходу движения. В данном случае в сторону фар вот эти стрелки идут. Вот эта верхняя метка, это метка распредвала, которая должна совпасть с меткой вот здесь вот на распредвалу. И также здесь есть нижняя метка. Так вот вставляем. Сначала совпадаем метку с распредвалом, потому что он у нас стоит на месте. Вот. А коленвал у нас внизу. Мы их сейчас будем надевать. Обводим. То есть, эх, неудобно. Обводим вот так вот. Ремень ГРМ вокруг натяжного рулика и вокруг рулика помпы. Тут, конечно, она может соскочить, чтобы она не соскочила. Я, наверное, сейчас возьму струбцину и зажму. Можно, конечно, позвать помощника, который придержит. Но если помощника нет, у нас же, как говорится, видео, как самому поменять. То есть один человек, вот так вот я струбцинкой зажал, ремень теперь не перескочит ни через зуб, никуда не уйдет. А мы продолжаем. Как мешает камера, если бы вы знали, господа. Так, обводим вокруг натяжной шестерни, вокруг шестерни и у меня получается, что немножечко надо коленвал повернуть. Видите, у меня двигатель после ремонта, и поэтому выставить его было сложно. Вот смотрите, сама шестерня, вот эта вот шпонка, она не совпадает с той, которая наверху. Придется повернуть. Так, поворачиваем
вал распредвала. О. Ну да, распредвал поворачиваю немножечко вот так вот. Для чего? Для того, чтобы нижняя метка у нас тоже сместилась. Метка у меня совпала вот с этой меткой, меткой на ремне. Вал, видите, не строго вертикально стоит, а чуть-чуть повернут как бы влево. Здесь никаких меток нет. Да, конечно, мне это совершенно не нравится. Наверху метка, видите, когда я совпадал туда-сюда, значит, тоже сейчас не совсем совпадает, но она зато совпадает с ремнем. То, что на ремне. Вот она. Вот метка на ремне заводская и метка с краской тоже заводская на шкиве, на шкиву распредвала. Наша задача сейчас, видите, вот здесь вот маленько натяга нет. Для этого мы сейчас повернем вот сюда, закрутим болт вот так вот. Чтобы этот у нас натянулось, ну как бы чуть-чуть, не без провиса было, был ремень вот с этой стороны, мы немножечко распредвал как бы в обратную сторону. Оп, совместим с меткой на крышке. Совместили. Вот видите, теперь провиса практически нет, упруга. Теперь надо натягивать ролик натяжной. Для этого нужен вот такой вот шестигранник Т-40, я уже говорил, и тянем. Вот он наш ролик, вот так вот, против часовой стрелки, вот так вот, раз, натяжечку делаем. И для того, чтобы у нас все получилось, нам нужен ключ на 13. Одной рукой натягиваем ролик. Так, неплохая натяжка. А второй заворачиваем вот этот вот, вот эту гайку, которая держит наш ролик. Все, ролик натянут. Натягиваю еще, конечно, из опыта. Так вот, знаете, с усилием несколько килограмм, там 5-6, чтобы он продавливался немного. Теперь проверну, чтобы ремень сел на свое место. Кручу и одновременно как бы пытаюсь уловить, есть ли какое-то сопротивление. Ну то есть, может, куда-то упирается, я имею в виду клапана. Все нормально, без проблем. Все, теперь одеваем крышки. Да, надо еще перед этим отрегулировать клапана. Клапана не к черту отрегулированы. Приступаем к регулировке клапанов. Автомобиль Renault Logan. Объем двигателя 1.4. Год выпуска 2010. Значит, как я ради интереса посмотрел на нескольких каналах, как регулируют клапана. И мне понравился парень такой, который работает уже 10 лет, ремонтирует именно Renault. Так вот, он говорит, регулировка, я с ним полностью согласен, должна происходить. Вот этот вот рокер, который нажимает на клапан, он должен стоять, ну, то есть быть свободным. Мало того, чтобы быть свободным, на распредвалу вот эти, как сказать, наплыв, кулачок, вот так будем говорить, кулачок на распредвалу стоял напротив того места. То есть, например, если вот это место вот с этой стороны, то кулачок должен стоять с другой стороны. Ну, то есть, плоскости рокера, которая жмет, или на которую жмет кулачок, под 90 градусов только с другой стороны, чтобы он был свободен. Сейчас постараюсь схематично вам показать то, что я сейчас наговорил теоретически. Значит, вот распредвал в разрезе. У распредвала существуют кулачки. Вот, например, кулачок на впуск, кулачок на выпуск.
Ну, предположим, это первый цилиндр. Так вот, ротер, на который давит этот кулачок, должен быть вот здесь вот. Вот эта площадка ротера. Или коромысла по-русски. Схематично. Вот она должна быть вот здесь вот отрегулирована. Впускные клапана 0,1, 0,15. Выпускные клапана 0,2, 0,3 миллиметра. То есть 0,2, 0,3 миллиметра, 0,1, 0,15. Я буду регулировать выпускные 0,25, впускные на 0,15. Вот этот кулачок стоит при регулировке с обратной стороны. Вот он сам. Сама площадка вот этого рокера, на которую давит кулачок. Вот этот зазор. И кулачок стоит ровно перпендикулярно к этой площадке. Ровно вот поэтому перпендикулярно. Ну вот смотрите, я сейчас выставил. Первый цилиндр тут считается не как у всех автомобилей, большинства, начиная от ремня, а считается от коробки передач. Так вот, это первый цилиндр, потом третий, четвертый и второй. 13,42. То есть я ставлю сначала, выставляю первый цилиндр, кулачки, чтобы напротив каждого кулачка был с другой стороны, вернее, кулачок на распредвалу был с другой стороны по отношению к коромыслу. Чтобы здесь точно установить, его видно хорошо. То есть последовательность даже не надо соблюдать. Например, там первый цилиндр, третий, четвертый, второй. Достаточно кулачки выставить как нужно. Для этого, чтобы их выставить, можно пользоваться ключом. Здесь ключ на 16. Просто крутить за распредвал. И как нужно выставлять кулачки. В какую сторону крутить, по большому счету разницы нет. Выставляем. Ключу против часовой, вернее по часовой, против часовой. Ну, ориентируем для тех, кто будет регулировать. Посмотрите, здесь вот такое утолщение распредвала квадратное, и здесь вот отлив. И вот этот отлив должен стоять напротив рокера. Видите, он зажатый. Отпускаем вот этот регулировочный болт ключом на 10. Отворачиваю регулировочную гайку. Болт, вернее. Видите, он все легко пошел. А здесь его можно крутить. Здесь, ну, кому интересно, этот хвостовичок, его толщина 3 мм. На наших автомобилях, на ладах, обычно под отвертку делают. Ну, на стареньких. Я не знаю, почему здесь под отвертку не сделали. Видимо, так понравилось. Сразу хочу сказать, зазор на впускном клапане, вот они, 1, 2, 3, 4 впускные клапана, должен быть от 0,1 миллиметра до 0,15. На выпускном от 0,2 до 0,3. Ну так в литературе пишут. Вот. Я буду ставить на впускном 0,15, потому что некоторые тут блогеры, ремонтники говорят, мы на том ставим 0,25. Я считаю это неправильно. Потому что все-таки выпускные клапана, они нагреваются больше. Зазоры уменьшаются больше, поэтому на выпускных должно быть чуть больше, например, 0,25, а на впускных 0,15, я думаю, достаточно. Так, вот я открутил. Теперь обязательно нужен щуп. Щуп на 0,15. Вот он. Ага, он у меня еще зажат, то есть зазора здесь нет. У меня нет специального инструмента. Я беру обыкновенные вот такие кусачки. И вместо инструмента, отвертки, поворачиваю их. Все. Все, видите, зазор появился. Щупом на 0,15 поджимаю. Можно прямо рукой даже, видите. Что мне нравится в иномарках. Вот, например, в нашей, когда тянешь вот эту гайку, она вместе с регулировочным болтом закручивает. Здесь болт стоит на месте, так что можно с минимальным зазором инструментом. Вот видите, все, щуп подходит, убираем. Ну и затягиваем. Естественно, контролируем, чтобы вот этот
болт не повернулся вместе с гайкой. А он не поворачивается. Так, затянули. Все, зазорчик есть. 0,15. Теперь смотрим зазор на выпускном клапане. Например, берем 0,35. Сейчас мы его повернем. То есть свободный клапан. Чувствую, что зазор большой. Ставлю сразу 0,4. Вот видите, 0,4 пролетает, а нам надо 0,25. Точно так же отворачиваю гайку. Что самое интересное, видите, гайку я отвернул, а сам регулировочный болт стоит на месте. Зажато, зажато. Вот так вот. Вот так, немножко в натяг, чтобы было туда-сюда. Гаечку. И подтягиваем. Ну, 25. Так, первый цилиндр есть. Теперь поворачиваем на третий цилиндр. Тут самое главное не торопиться, перепроверять все по нескольку раз. Так, проверяем на 0,25. Выпуск. Не нравится мне, легко он проходит туда. Устанавливаем 0,25. Понимаете, если бы я каждый день регулировал рынок, конечно бы я себе приобрел какой-то инструмент, чтобы вот это вот делать не клещами вот этими. Затягиваем. А делаю специальным инструментом. Может, трубку сплющил. Так, теперь впускной клапан. Уже наблюдаю за этим кулачком. Все, он стал напротив. Ну, вот этот, конечно же, не зажатый. Ну и посмотрим, сколько у него зазор. 0,1, 0,15 легко пролетает, поэтому я немножко подрегулирую. Опять же, оп, откручиваем. Где у нас тут? Все время контролируем вот такими движениями, чтобы не зажато было. Понимаете, лучше клапан пусть будет отпущенный, чем зажат. В старых учебниках по эксплуатации автомобиля Волга даже написано, если у вас подстукивают клапана, это не есть признак неисправности. Так. Далее. Четвертый цилиндр. Тоже зажат маленько.
Сразу выставляю на 0,25. Ну и выставляем последний цилиндр. Во втором цилиндре тоже клапан зажат. Все, регулировка клапанов закончена. Теперь я еще проверю затяжку гаек при помощи динамометрического ключа. Ну, вот эту процедуру, можно сказать, не обязательно, но я сделаю примерно ньютонов на 15, все-таки подтяну. Ну, а теперь все, регулировка окончательно закончена. Всем пока, делайте регулировку. Можно закрывать крышку клапанов и продолжать собирать двигатель дальше. Вот она, прокладка крышки клапанов. Крышку почистил, прокладка новая, и все-таки я хочу очень-очень тонким слоем герметика пройти. Мало ли что, чистил где-то углубление там, хотя все это должно быть предусмотрено, но тем не менее. Тоник пусеньким слоем герметика, вообще очень тонким, чтобы его даже выдавила как можно меньше. Ну вот так у меня получилось. Пусть немножко подсохнет, минут 15-20. Вот смотрите, при установке прокладки крышки клапанов я пользуюсь маленькой хитростью. Эту прокладку, она здесь плоская, на самой головке блока цилиндров, и на плоскости крышки тоже плоская. То есть она вот, видите, вот так вот может в любой момент съехать. Чтобы она не съезжала, я беру вот такие вот шпильки, типа шпилек, и, например, заворачиваю вот так вот. Раз. Ну и где-нибудь с другой стороны. Например, вот здесь. Чтобы потом взять, когда я одену на них. Видите, уже прокладка никуда не денется. Крышка немножко подсохла. Устанавливаем. И устанавливать легче. Вот, знаете, направляющие сразу буду сейчас одевать. Оп! Все, встало на место. Прокладка, я знаю, что на месте. Теперь мне надо закрутить хотя бы 3-4 болтика. И потом вот эти шпильки, которые я вам сейчас показывал, выкрутить. У меня все будет на месте. Естественно, перед тем, как болты крутить, вот я их сейчас беру. Вот они у меня. Мне они не нравятся. Я их пойду немножко помою. Щеткой болты почистил. Теперь надо их закрутить. Завернул все на 7 ньютон. Все, крышку установил. Теперь надо ставить кожухи. Кожух
ремня ГРМ, нижний, верхний. Ну и все. А, и подушку, опору двигателя. Устанавливаем сначала верхнюю крышку ремня ГРМ, или кожух, если бы он был пластиковый, я бы его назвал, а так называю крышкой. Почему верхнюю? Потому что здесь вот есть вот такой отлив, и пластиковый кожух должен в него зайти, то есть вот так вот сверху встать. Крепится он на 5 таких достаточно мощных болтов. Вот они, видите, один вот потоньше, по-моему, на 8, а вот эти на 10 все. Эта же крышка служит как крепление двигателя к опоре. Смазал я тонким-притонким слоем маслица, чтобы по резьбе нормально пошло. Ну, кто не любит этого делать, не делайте. Тут сквозная, отверстие сквозное, поэтому я смазал. Многие пишут и говорят, что надо смазывать герметиком болты нижние, потому что они в головку входят. Я этого делать не буду. Если соединение нормальное, четко затянуто, ничего там не побежит. Подтягиваю примерно на 25 ньютон. Устанавливаю нижнюю крышку. Вот так она у меня будет стоять снизу. Так, вроде бы стало. Вот так вот она выглядит. На 4 болтах крепится 1, 2, и там наверху 3-4 болты на 10, головки на 8. Крутим. Устанавливаем правую подушку опоры двигателя. Крепится она к кузову. Здесь вот 2 болта. И к двигателю на 3. Вот 1, 2, 3. Двигатель у меня сейчас подперт. Поддомкрачен. То есть немножко приподнят. Такая вот у нас подушка. Устанавливаться она довольно легко. Вот они, 2 болта, которые к кузову. Это, по-моему, на 10 или на 12. Сами болты на 10,
на головке, которые крутить буду, наверное, на 16. Все это дело наживляю. Да, головки на 16. Любит рно, уже повторялся несколько раз. 16, 18, 13, 15. И осталось закрутить 3 болта. Эти болты чуть покороче. Ну, тоже диаметр резьбовой части 10. А головки на 16. Устанавливается очень легко подушка. Ничего здесь не мешает. Прям песня. Затягиваем примерно на 25 ньютон каждый. Почему говорю примерно на 25? Потому что там пишут иногда 24, иногда 27. Вот, берем динамометрический ключ, вот он, и дотягиваем. Даже на 50 затянул, думаю, хуже не будет. Кузову затянул на 70 ньютон. Устанавливаем катушку зажигания. Изначально почему-то она была на 3 болтах. Сейчас посмотрим, четвертый будет входить. Или он по какой-то причине сорванный. А вот не хочет входить четвертый, понимаете? Поэтому, наверное, на 3. Ну, так и оставим. Машина двигалась. Так, затянули на 15 ньютон. Все, катушка на месте, обязательно разъем. Вернул свечи зажигания. Катушка, значит, четвертый первый цилиндр, вот одна катушка, и вторая катушка, третий второй. Без разницы, какие провода куда пойдут, на четвертый, на первый. Главное, чтобы с одной катушки. Четвертый первый, вот эта катушка, вот сейчас я на четвертый цилиндр. Это на первый, вот это на второй катушка и на третий. То есть тут считается первый, второй, третий, четвертый. Значит, вот эта катушка первый, первый, четвертый, вот эта катушка второй, третий. Все. Теперь наша задача поменять. Ну, я, наверное, поменять ролики. Поменять два натяжных ролика. Вернее, один натяжной, другой обводной. Сейчас я опущу двигатель, чтобы он сидел на своей подушке. Оп. Ну, и теперь надо заняться роликами. Значит, вот этот ролик, который натяжной, и вот этот. Крепятся они ключом на 13. Я их уже сорвал. Они достаточно легко срывались. Так. А ролики здесь на 15. Оп, вот он ролик снялся. Ролик здесь пластиковый, ничего такого сверхъестественного. На новых роликах болтик, вот этот, который крепит, он меньшего диаметра и
кожух рулика тоже меньшего диаметра. Второй ролик снят. Ну, снимаются они достаточно легко. Значит, сейчас я попытаюсь их. Я вот так что делаю, я не вижу до конца, потому что заслоняет меня здесь. Камера видит, а я нет. Поэтому я думаю, что заменить эти ролики у вас больших проблем не возникнет. Да, что хотел сказать. Вот смотрите, два ролика, один и второй, по размеру абсолютно одинаковые. Работают с одним и тем же ремнем. У одного болт, ключ на 15, у второго ключ, по-моему, на 10. У второго ключ на 13. Скажите, для чего это было сделано? Ну, какие-то соображения, конечно, есть. Можно же было сделать на одного диаметра. Все, теперь надо устанавливать шкив коленвала на место. Вот здесь вот это болт на 18. Шкив. Смотрите, без всяких шпонок, без ничего. Просто одеваем. И держится он здесь. Или будет держаться за счет силы трения. Ну что, все готово для того, чтобы одеть обводной ремень, который крутит генератор, крутит гидроусилитель, крутит кондиционер. Здесь перед тем, как разобрать, чтобы потом не рыться в интернете, я зарисовал, как он был одет. Вот это шкив коленвала, гидроусилителя, генератора, кондиционера и два ролика, которых я сейчас поменял. Значит, одевается на коленвал, потом обходит натяжной ролик, обходит гидроусилитель, обходит просто ролик обводной, так его назовем, генератор и как бы касается кондиционера. Это все делается при помощи одного ремня. Старый ремень я снял. Вот сейчас вот новый. Кому интересно, смотрите маркировку. 2014W21. И тут B2-10-737. 2014W21. B2-10-737. Ну, то есть повторяется. И далее вот эти вот цифры. 0,5-75-00-39-0,580-00-39-0,580-00-39-0,5-90-00-39. Ну, тоже какие-то иероглифы. Непонятно, для чего это. Так, а вот, видимо, вот это вот. 117-20-68-42-R. Потом какие-то знаки идут. Ну, тут Renault знак. Это, видимо, изготовителя. 6ПК 1822. Ну и все. Значит, в какую сторону он будет крутиться, я так понял, совершенно без разницы. Приступим согласно нашей зарисовке. Постараюсь одеть я его один. Но если вдруг не получится, как в правилах пишут, призову в помощь третьи лица. Вот, начну я с коленвала. Хотя со шкива коленвала. Хотя я думаю, все-таки шкив коленвала здесь
один из последних одевается. Так, переходим наверх. Так, одел я почти на шкив гидроусилителя. Так, что у нас там? Опа! Шкив гидроусилителя и... Так, вот он, шкив гидроусилителя. Подсветка не мешала бы получше иметь. Ремень установил. Пришлось попыхтеть, конечно. Ну, сейчас вот хочу показать на нижний ролик. На нижний ролик, видите, на ручеек не попало. Что я сейчас буду делать? А я просто сейчас буду крутить вот за этот шкив. А сюда заловлю вот так вот отверточку, чтобы встало все на место. Да, одному это неудобно. Так, хорошо. Давай еще. О, встало. Третьих лиц сделал все-таки все на месте. Будем надеяться, что все будет хорошо. Теперь надо прикрутить вот этот кронштейн на место. Ну и ставить защиту. Сейчас будем одевать на дроссельную заслонку сверху воздушный фильтр. Чтобы воздушный фильтр одевать, надо, чтобы все датчики, все разъемы к датчикам вот здесь, эти вакуумные шланги, вот надо не забыть про этот продлинный вакуум шланг, потом вакуум шланг, который идет на крышку клапанов, вакуумный шланг, который идет на усилитель тормозов, чтобы все было подключено. Воздушный фильтр крепится на 4 болта. Вот я их здесь зафиксировал. В крышке клапанов 2 и во впускном коллекторе 2. Сейчас я их выкручу, это чтобы не потерялись. И знать, что откуда. Аккуратно, не торопимся, чтобы ничего не потерять. Одеваем снизу этот патрубок на вентиляцию картерных газов. Потом вот этот вакуумник, он тут крепится снизу тоже. Немножко неудобно, как всегда, вроде места хватает. Французы подумали меньше всего. Так, одеть надо, вот он, воздухозаборник. Вот так вот. Все на месте. Здесь у нас одеваем эти 4 болтика. Вкручиваем, не одеваем, а вкручиваем. То сейчас кто-нибудь посмотрит. У нас диванные критики любят, если человек оговорился, чуть-чуть там одеваем, вкручиваем. Это надо обязательно поправить. Поэтому поправляю себя сам. Так. Головки на 8 здесь. Ставим на 10 ньютон. Так, а сюда не хочет подлазить, да? Кручу крышку, проверю фильтр. Все
Все стоит на месте, все хорошо. Вот здесь вот резиночка, вот здесь вот, она торчала. Пришлось поправить. Четыре защелки ее держат, еще кроме болтов. Не знаю, почему они так тоже. Здесь защелки, там болты. Ну, уж сделали бы везде болты. Вот этот болт, который расположен ближе к салону, закрутить вот без такой гибкой штуки будет проблематично. Ну или долго. Оп. Все, фильтр стоит на месте. Теперь наша задача залить тосол, залить масло, ну и заводить. Все работы, которые я производил с движком, я закончил. Теперь мне, вот я через отвертку сливал тосол, потому что пробки сливной в радиаторе нет. Вытаскиваю этот инструмент свой, отвертку. Ну и, конечно, сейчас постараюсь на место натянуть этот хомут. Да, немножко не хватает. Так, хомут одет. Одевал я его при помощи вот таких вот плотницких клещей. Только ими смог я подобраться. Так, заливаем тосол в расширительный бачок. Это то, что у меня осталось при сливе. Часть, конечно, потерялась. Ну и есть у меня еще на подливку. Так, расширительный бачок полный, чтобы быстрее все это заливалось. Здесь вот рано предусмотрели, вот за это молодцы, вот такой колпачок. Видите, как сразу уходит тосол махом. То есть я как бы за воздушивание исключил, и можно теперь еще заливать. Теперь можно лить до тех пор, пока отсюда не побежит. Естественно, когда льем, контролируем, может быть, снизу что-то где-то побежит. Оп! Значит, побежала. Система полная. Ну и теперь доливаем сам бачок. Серединку делаем между максимумом. Чуть выше серединки. Все. Можно сказать, система полная. В принципе, вот так и заливается, то есть без всяких воздушных пробок. Ну, так как вот мы пробку убираем, закрываем. И теперь движок заведем, прогазуем, а потом посмотрим, возможно, подольем. Машина простояла примерно неделю на ремонте. Масло по-любому здесь сбежало. Ну, остатки масла, не же торопился. Быстро-быстро посмотрим, сколько уже после слития масла набежало за неделю. Опачки! Видали сколько? Масло уже не бежало. Грамм. Ну, 100, наверное, точно. То есть старого масла. Вот представляете? Вот посмотрите. То есть я показывал, как я сливал масло. Оно практически уже не бежало. И вот за неделю сбежало еще 100 грамм. Я почему закрыл? Думаю, если даже что-то, какая-то грязь будет в это масло падать сверху, в картер, я потом вот так открою, оно и выльется. Ну, вот так вот, ребятки. Ну, все, тут
Три капли осталось. Заворачиваем болт. Затягиваем его примерно 50 ньютон. Опа! Думаю, достаточно. Все, можно масло заливать. Фильтр поменен. Я уже показывал. Теперь заливаем масло сверху в воронку. Заливаем масло через заливную горловину крышки клапанов. Вот так вот она на полоборота раз. Видите, здесь вот такие усики. Обязательно, ну во всяком случае я так делаю, вставляю воронку. Взбалтываем масло. Сколько оно в магазине простояло, неизвестно же. 5W40 Evolution. В данном случае в этот движок 1,4 литра по документам, как говорят, по мануалу, должно входить 3,3 литра. Ну, посмотрим, что за 3,3 литра. Торопиться не будем. Так, вылил я где-то 1,5 литра. Еще лить и лить. Фильтр масла не заливал, потому что тут все прям бьются за это, что фильтр нельзя лить. Посмотрим щуп. Щуп тут же находится рядом. Пока что щуп сухой. А нет, вот половина, половина уровня есть. Заливку прекращаем. Потом заведем двигатель и посмотрим, если что, дольем. Сейчас попробую сделать первый пуск. Значит, одел аккумулятор, минусовую клемму, еще раз загляну вниз. Внизу вроде все нормально. Пробуем заводить. Так, ну что, первый пуск. Ключ зажигания. Так, 183 977 километров. Нейтралка. Так, сцепление выжимаем. Тут не автомат коробка. Машинка завелась по пинка, как слышите. Так. Никогда не завожу и не газую. Сначала пусть сама маленько поработает, масло разойдется. Отпускаем сцепление потихоньку. Все отлично. 1200 оборотов. Как-то немножко ее подтряхивает. Не знаю, что это. Все, надо выйти посмотреть. Так, вот смотрите. Дымочек идет, это обгорает. Обгорает то, что я накапал масло на, вот он, видите, оп, на выпускную трубу. Пусть постоит маленько. Вон там, видите, сколько дыма. Первый пуск произошел. Проверяем уровень масла. Масло чистое, плохо видно. Еще щуп пластиковый. Пожалели металл. Рено. Ну, пол уровня, я думаю, нормально. Пока ничего подливать не надо. Так, теперь посмотрим, что у нас тосол. Тосол на месте стоит. Тоже не будем подливать.
Теперь наша задача закрутить вот этот поддон. Он крепится на болтики. И очень часто, когда откручиваешь эти болтики, они превращаются вот в такую систему. Потому что тоненькие, 6 мм. Сейчас я возьму метчик, пройду. Вот здесь вот два отверстия. И внизу пройду, на лонжеронах там. И буду ставить. У меня привернут 1, 2, 3, 4, 5, а шестой, видите, сломанный. Ну что сделаешь? Он был привернут вообще на двух. Сейчас нормально. Каждую гайку завернул на 150 ньютон.